закончилась праздничная всеночная вечерняя служба в честь усекновения главы Иоанна Крестителя Предтечи. Завтра 11 сентября его праздник. Второй звонарь поднимается. Подзвонка пошла. Цветочки. Ёлочка. Темновато. Кипят работы. Обдалбливают снаружи цоколь. Видимо, гидроизоляцию будут делать, отмостку или еще что-то. Ну что, будут еще звонить? Должны.
цветы, цветы, цветы. Ну вот, здесь уже мы на миру, тут мир, тут улица. А тут храм Божий. Вот так. Завтра праздник Иоанна Предтечи, усыновление его честной главы. Сегодня мы были на вечерней службе. Прослушали праздничные звоны. Утром литургия в 8 часов начинается с праздничных звонов. Ими же и заканчивается. Я имею в виду завтра утром. Кто может, пойдите на службу. Это чудный праздник. Он имеет огромное значение для нашей страны. Об этом значении я напишу в блогах и постараюсь опубликовать статью на наших русских ресурсах. До свидания. Всех с праздником.